Дорогие друзья, мы находимся с вами рядом со смотровой площадкой на улице Бругю, на основании которой нанесены рекордные значения наводнений за всю историю Даугавпилса. Учитывая то, что произошло в этом году в январе месяце в Екапилсе, тот вред, который нанесло наводнение городу и окружающей среде, и горожанам, Даугавпилсское самоуправление приняло все меры для того, чтобы предотвратить возможные последствия наводнений. На разговор были приглашены все службы, которые обеспечивают безопасность жителей города. Мы проверили состояние наших дамб, мы проверили работу датчиков, которые сигнализируют о подъеме воды. Все работает исправно, и в принципе все службы готовы к возможным последствиям. Я надеюсь, что нас обойдет эта беда, но надо понимать, что Даугавпилсское самоуправление сделало все от нас зависящее для того, чтобы максимально четко подготовиться к возможным неприятностям.